Позже, когда мы уже вышли, многие, несколько матерей умерло от разрыва сердца, другие сошли с ума, рвали на себе волосы, кидались вслед, кричали. В общем, было что-то страшное. А их избивали, до крови, до смерти избивали матерей, которые оказывали какое-нибудь сопротивление, которые не отдавали своих детей. А детей всех отобрали и увезли. Позже уже, после освобождения, мы узнали, что детей замучили в одном из лагерей около Познани, забирая у них медленно кровь, до тех пор, пока дети не умерли. На левой руке. На левой. И у вас был номер? 163. Покажите, пожалуйста.